я на самом деле воспитывалась в творческой семье, правильно вы сказали, бабушка, дедушка, дядя, все они художники. И вот когда я родилась, моя бабушка, она преподавала в училище художественном, она ушла с работы, чтобы смотреть меня, помогать маме. И я как бы росла в этой мастерской, в этой красоте, в красках. И это вообще была моя жизнь, как бы такая атмосфера была художественная. Как бы с детства я рисовала, меня очень хвалили, дедушка так мотивировал меня, и всегда они меня так хвалили, мне казалось, что вот я правда хорошо рисую, но на самом деле сейчас смотрю на эти рисунки и вижу, что это обычные рисунки детские. Потом подросла, поступила в художественное училище, бабушка тоже посредством меня вышла уже на работу, из-за меня, можно сказать. Давайте для телезрителей отметим, кто ваша бабушка, кто дедушка, кто дядя. Назовите их имена, чтобы было понятно. Дедушка мой художник, заслуженный народный художник Республики Абхазия Авиз Бахута Туканович. Бабушка заслуженный художник тоже Гагулия Венера Тарасовна. Преподавали они всю жизнь и очень у них много вклада в общем в абхазское искусство. Как-то так. На самом деле у вас, грубо говоря, не было шанса не стать творческим человеком, потому что со всех сторон одни творческие люди, и это наверняка и прививало любовь, и вдохновляло, и все остальное. А вот ваши первые шаги, они вот одобрялись вашими близкими родственниками, насколько мне известно, направляли ли вас, показывали ли, как правильнее, как нужно подходить к процессу. Какая вот эта вот особая любовь, которую они прививали? Когда художник прививает любовь, мне кажется, это совершенно другое. Ну да, было такое. Бабушка очень вообще, она требовательный преподаватель, педагог, она прям такой хороший. У нее не бывает плохих учеников, плохих студентов. Она и как бы всех заставит учиться. И когда вот мы маленькие были, это вообще не по нашему возрасту было то, что она хотела нас научить. Она ставила нам, мы еще маленькие были, гипсовые фигуры, академический рисунок она нам преподавала. Летом, в жару, когда здесь дети играют, и все нас зовут, типа, выходить. Преподавала, вы имеете в виду дома? Дома, вот здесь прямо это было. Дети нас звали, наши друзья, выходите играться, а мы не можем, потому что нам надо рисовать. Ну, сейчас, как вам сказать, конечно, мы с удовольствием учились, но иногда хотелось нам прям и отдохнуть, но она хотела нас прям до конца прям всему научить. Вы отметили, что вот благодаря вам фактически бабушка вышла еще раз на работу художественное училище. Преподавала ли она и лично вам, вашему курсу? Да, она именно курс, где я как бы училась, взяла на себя. И ответственная была очень. В общем, она не отпускала далеко в любом случае. Она очень такая ревностный учитель. Ей хотелось, чтобы все вокруг были художниками. Она вот как-то, если она видела какой-то талант в человеке, она хваталась за него прям и звонила родителям, говорила, что этот ребенок очень талантливый, его надо научить. Ну, вот смотрите, тут еще подтверждение ваших слов. Во-первых, дядя у вас художник, вы художник, двоюродные ваши. Ну, то есть тут люди, которые получили это художественное образование, другое дело, кто-то там продолжает работать в этой сфере, кто-то нет, но сам факт, все равно это прививание любви и вот это особое отношение к искусству, оно всегда исходило от бабушки, насколько я понимаю. Да. А дедушка каким был в этом плане? Ну, дедушка, он, как вам сказать, он хвалил нас всегда очень. Вот его похвала такая была серьезная, прям он внушал тебе, что ты очень классно рисуешь, что у тебя все хорошо получается. Там, и даже замечания он делал, это такие вот, как сказать, там, совсем легкие. Неболезненные. Да. А бабушка, она прям была очень требовательная. В этом плане она была после 9 класса поступила в училище, чтобы дальше продолжить, как бы чтобы уехать за границу, чтобы у меня было какое-то образование художественное, чтобы как бы не терять времени. После 9 класса закончила художественное училище и поступила в Суриковскую академию на подготовительный курс. Там я
проучилась где-то, даже не курс, а полгода, можно сказать, проучилась. И потом уже поступила в Государственный университет дизайна и технологий в Москве. Проучилась там 3 года, потом вышла замуж, все бросила, приехала сюда обратно. Бабушка вот. Была жива? Была тогда. Жива, да, но ей пришлось смириться с этим. Ей, конечно, было очень прям обидно. Она прям до последнего хотела, чтобы я все равно вернулась туда. Билась как может, все, что может, все, что, как сказать, могла сделать, сделала, но все сложилось по-другому. Прошло какое-то определенное время, у вас была затяжная пауза, сейчас да. вы вернулись снова к творчеству. Да. Насколько это сложно? Ну, сложно очень, потому что я, можно сказать, 12-13 лет не, вообще не прикасалась к краскам, к кисточкам. И когда я вот начала, мне казалось, что я забыла все. Есть же выражение «глаза боятся, руки делают». И это было прямо про меня, потому что мне было очень страшно. Первую картину сделала, потом меня очень как бы поддержали друзья, близкие, родственники. Очень сильно так слова поддержки такие говорили. А потом вторая картина пошла, третья, четвертая, и как-то вот так потихоньку я... Искусство, творчество – это же такое не только приобретение навыка, но и постоянное развитие. Да. А когда такая пауза, особенно затяжная, сложно возвращаться во что-то, и плюс ко всему там ощущение того, что какое-то время... уже прошло, mm-hmm. какой-то пласт ты пропустил, и какие-то новые веяния, тенденции и прочее, ты пытаешься угнаться за всем этим. Вот в этой борьбе насколько сложно бывает, и есть ли смысл вообще что-то пытаться успеть, там, залатать какие-то вот эти вот моменты, или же все-таки есть смысл делать так, как чувствуешь? Ну, наверное, не надо ни за кем гнаться, надо делать так, как вы правильно сказали, так, как чувствуешь, так, как получается, пробовать в любом случае и не сидеть сложа руки, в общем. Я была таким, можно сказать, размышляющим ребенком. У меня в детстве было очень много вопросов, которые я задавала своим родителям, там, и как бы так оно шло дальше. И вот 18 лет я поняла, я нашла все ответы на свои вопросы в исламе, приняла ислам, но у меня не было того, что... Ну, я думала, что вот молиться начну попозже, и платок тоже, наверное, одену как-нибудь лет в 50. Но потом как-то я стала изучать религию, и где-то через год я вышла замуж, через год с лишним. И вообще, это тоже странно чуть вышло, я думала, что я вот уеду в какие-то арабские страны. Мне казалось, что мусульман в Абхазии нету. Ну, если есть, только очень там старшее поколение. И мне казалось, что я выйду замуж в какие-то очень далекие страны. Ну, как-то я так думала. Но в итоге все сложилось по-другому. Вышла замуж я здесь, за абхаза местного. Дзария фамилия. В ваших работах и тема религии, она да, тоже да, есть. Да. Ну, мне как-то хочется вот именно и абхазская, и мусульманская как-то показать это в картинах, потому что как-то мне вот хочется. И вот сейчас последнюю картину я нарисовала на тему Кавказской войны. Она вообще мне очень интересна, и я вот решила как-то выразить это на холсте. Во-первых, хочу сказать, что мы сейчас в доме бабушки и дедушки, поэтому здесь ваших работ не так много, как хотелось бы нам и телезрителям, а также, ну, в принципе, надо отметить, что много работ на руках, в частных коллекциях, вы их, естественно, и продаете тоже. Это одна из самых свежих работ. Да, верно? Она вообще прям сырая совсем. Про что она, что конкретно вы хотели изобразить? Это вот. Тема про Кавказской войны. Тема Кавказской войны, про воинов, которые не отступали, которые сражались до последнего. Как-то так. И она приурочена к... Сейчас я... Скоро у нас месяц Рамадан наступает. Вот буквально осталось там где-то 2 недели.
И к Рамадану я хочу подготовить несколько картин, на, ну, тематических таких, связанных с религией, там, такие моменты. Вот. Эта картина вторая по счету. Хочу около 10 работ сделать, успеть. Вот которые, так, наверное, тоже смогут приобретать. Да, да, в подарок, если кто-то захочет подарить мусульманке или мусульманину там картину, связанную с религией, то как бы чтобы была добро такая возможность. Да. Все мои картины, все, что я делаю, это, как вам сказать, если картину я пишу за один сеанс, то это одна ночь без сна. Потому что я работаю именно с, вот, как детей уложу. Когда все дома заснут, я начинаю работать, и до рассвета, до утренней молитвы как раз сижу и работаю. И в другое время суток у меня не получается, потому что полный дом детей, люди, а там у меня нет уже отдельной мастерской. Я раскладываю свою скатерть рабочую, мольберт, краски. А это все такая вещь, там, краски, сами понимаете, там, где дети, это несовместимые вещи. Тут и как бы и запах, и, да, да, и сами краски по всему дому и так далее, все понятно. Еще один момент, раз уж мы заговорили про детей, мне хочется, чтобы вы рассказали о том, что вы еще и преподаете. Да, да. Вот, где, что, как. Преподаю я при мечети, есть медресе. Медресе – это школа такая мусульманская, можно сказать. И там, помимо основных предметов, преподается еще и рисование. У нас там много групп, старшая, средняя, младшая. Индивидуальные уроки могут проходить. Ну и вы преподаете рисование, детям, да. Детям прихожан, ну или как это правильно? Да, называется? Да, туда могут и, ну, обычно это дети прихожан, да, но и как бы другие дети тоже могут прийти, кто, у кого есть желание, мы всем как бы рады, наши двери открыты. Мне кажется, у матери троих детей, да, есть особенный подход к детям, поэтому наверняка это не составляет особой сложности. Ну да, да, они дети тоже как-то... Им всем в основном нравится рисовать, и если ребенку это нравится, то и преподавать тоже ему легко. Эта работа сейчас, вот все, наверное, знают про то, что идет война в Палестине. Очень такая болезненная тема, мне кажется. Естественно, тему войны и знают все, но просто вот по работе. А это работа про человека, дедушку, который потерял свою внучку. И момент прощания был такой очень трогательный, который задел, наверное, всех, кто смотрел это видео, прям до глубины души. У меня резко появилась мысль, был пустой холст, как-то изобразить это на холсте, оставить на память на всю жизнь. Да, конечно, это так. Жуткая трагедия и несправедливость вселенского масштаба. Но важно отметить, что такие какие-то вещи, которые происходят вокруг, они, ну, на вас оказывают, да, влияние. В принципе, мне кажется, художник, он... Ну, на то и художник, чтобы вот, ощущать как-то острее, чем все остальные, мир, который окружает нас. Да. И вот насколько это болезненно проходит этот процесс для вас лично? Ну, потому что есть определенные вещи, на которые просто человек, ну, не особо обращает внимание, ну, где-то не понимает, он даже не понимает творческих людей, которые так тонко реагируют на все остальное. Ну, именно вы имеете в виду эту картину? И эту картину, и вообще, в принципе, то, что происходит вокруг нас. Не знаю. Ну да, если это как-то не пропускать мимо ушей, а как-то, как-то вдумываться в происходящее и раздумывать, ну, как бы над этим, то, я думаю, невозможно остаться равнодушным. Какие вещи чаще всего, ну, цепляют вас?
больше всего цепляет? Несправедливость. Очень прям меня может тронуть и как-то не давать мне покоя. Например, вот та же война в Палестине, это не дает покоя никому, мне кажется. При всем этом надо отметить, что в вашем творчестве, ну, там много каких-то позитивных моментов. Да. Цветов, например, там таких ярких весенних красок достаточно. Вот хочу, чтобы мы показали зрителям, телезрителям нашим такие работы. В каком состоянии души, в каком настроении они чаще всего рождаются? Ну, в хорошем настроении, конечно, это все пишется, как бы с хорошим настроем. Вот тут у нас фруктики, и цитрусы, и клубника, и черешня, прям вот и лето, и осень, и все на свете. Давайте поближе пройдем к ним, покажете работы свои, чуть-чуть расскажете о них. Давайте. Ну, это натюрморты, как я понимаю. Да, да. Вот. Это натюрморт, подаренный моей подруге с детства. Сложно ее назвать, если честно, подругой. Она уже как член семьи нашей. На кухню я ей как бы нарисовала эту картину. Uh-huh. Вот. Эта картина принадлежит моей сестре. Тоже у нас своя история с ней, но которой мы пропустим этот момент. Ну, да. тут видно кофе, ну, посиделочки, там. Также, в общем, обычные девичьи истории. Да. Еще один момент, который меня интересует, конечно, у старшего поколения наших художников свой определенный стиль, который ни с чем не сравним. Да. Естественно, и у дедушки, и у бабушки были там свои подходы, был свой определенный стиль. Насколько вы все-таки обращаете внимание на их работы, и, может быть, как даже применяете какие-то там фишки, подходы в своем творчестве? Вы знаете, я бы хотела, конечно, применить все их фишки, как вы говорите, и дедушки, и бабушки, и дядя мой. Для меня вообще он один из лучших художников. Но мне нравится очень его манера, как он пишет, и его почерк мне очень нравится. Но, конечно, повторить ни одного из них не смогу, и даже приблизительно. Я понимаю, что как бы мне гнаться за ними не надо, и делаю свое просто. А так, конечно, у каждого свой стиль, у каждого свой почерк. Насколько дядя вас поддерживает в вашем вот возвращении в творчество? Очень-очень. Он, наоборот, даже если делал какие-то паузы, он как бы ругает меня, что надо возвращаться. Как оценивает работы ваши? Ну, как сказать, он, конечно, мой главный критик, это 100%. Вот если он меня похвалит, значит, мне картина нравится. Если он меня поругает, как бы там кто-то не хвалил со стороны, мне картина не нравится. Вот, ну так. Мы не просто так стоим на фоне этой стены. На самом деле это не просто обои, а расписанная стена. И расписана она вашей бабушкой. Да. Ну, хранит и память, и историю. Да, как говорится, много разных нюансов. Вы помните, когда это было сделано? Как? Ну, я точный год, конечно, не помню, но мы были маленькими прям. И она писала эту картину, как сказать, назвать, даже роспись такую. Мы ей мешали здесь, я помню. Как обычно бывает. Ну да, да. Ну вот как-то так. А, на самом деле, и до этого мы отмечали, что у вас очень творческая семья со всех сторон. Мы рассказали про бабушку, про дедушку, но ничего не сказали про маму и папу. Тут надо отметить, что они не менее известные люди в нашей стране. Да. И мама заслуженная артистка Республики Абхазия, она пианистка, у нее вот она входит в дуэт, пиано-дуо, может, вы знаете все, они дают концерты периодически. И зовут ее Гулиза Авизба. Вот, а папа тоже заслуженный артист, Богателя Лаврик, он в госансамбле солист. Да.
Так получилось, что в вашей семье, тут я имею в виду дети, разделились на несколько лагерей. Одни ушли в творчество именно в плане искусства, художники. У вас сестра, насколько мне известно, хореограф. Хореограф, преподаватель Культпросвет училища, тоже Богатели Акама. Мы с ней вместе учились в Москве. Приехала она, ну, закончила, вышла замуж. И вот сейчас уже вот дети подросли, она уже вышла на работу, работает преподавателем в Культпросвет училище. Вот так вот. Еще один момент. Вот насколько вы ощущаете вот эту ответственность перед своими предками, на самом деле, и бабушкой, и дедушкой, и мамой, и папой, и все вокруг люди очень творческие, довольно известные в нашей стране. Вот придает ли это какую-то, с одной стороны, это и как бы и гордость, а с другой стороны, это и ответственность особенная, мне кажется. Есть, конечно, такое, и не только у меня, у моей сестры, у моих братьев, то, что вот мы как бы внуки бабушки и дедушки, и что вот как-то мы не должны их подвести. Ну вот как-то есть такое, да. Возвращение в творчество накладывает на вас определенные обязательства. Раз вернулись, надо продолжать в том же духе. Какие планы на будущее и какие идеи, задумки, которые вам хотелось бы воплотить в реальность? Ну, задумки, как я вот сказала ранее, насчет картины на тему Рамадана. Ну, пока первый мой, можно сказать, план такой. А дальше буду писать в том же стиле, в том же духе, как я начала. Посмотрим, что получится дальше. Ну, у вас на это есть внутренние ресурсы, ну, да, вдохновение. Есть. Чем вы вообще вдохновляетесь? Трудно сказать. Сама не понимаю, как это происходит, но как-то... Не знаю, нужно хорошее настроение, просто какой-то хороший настрой. И вот так.